Приветствую вас. Нужно сразу сказать, что для ответа на ваш вопрос, конкретного ответа на ваш вопрос, почему, да, нужно понимать, с чего все началось. То есть нужна история проблемы. Или даже не проблема, а история развития, скажем так. Ну вот, того, что с вами произошло. Нужна именно история развития. Без истории развития, то есть без понимания того, вот вы говорите, мне стали нравиться парни. До этого, получается, вам они не нравились. Или нравились, но другие, да? Вот. И как вы, я надеюсь, понимаете, что подобная ситуация, ну, не возникает сама по себе. У подобной ситуации есть причины, и было бы очень здорово, если бы мы с вами эти причины разобрали. То есть, например, в результате каких таких обстоятельств, в результате каких таких, ну, например, ваших изменений, да, вы стали обращать внимание на вот мужчин определенного характера. Ведь что-то же произошло, правильно? Что-то же случилось, что вы стали это делать. Ну, это первый момент. Второй момент. Значит, ну, то, что вам коллега сказал по поводу того, что вам нравится больше отдавать, а не получать, это вопрос. Это может быть и так, но в данном случае, мне кажется, это не главное, а мне кажется, что главное другое. Ваша цель. Ваша цель того, что вы делаете. То есть, вот вы говорите, что мне нравится людей зажигать. Да, зажигать нравится людей. Казалось бы, ну, что в этом плохого, да, в том, что вам нравится зажигать людей? Ничего. Но, понимаете, поскольку, как я понял, у вас это происходит не впервые, да, то есть вы не первый раз уже с таким сталкиваетесь. Поскольку у вас это происходит не впервые, то я предположить, что вам нравится завоевывать внимание людей, завоевывать внимание мужчин, например, ну, тех же мужчин, да, вам нравится завоевывать их внимание. А завоевывать внимание означает быть важной, означает быть значимой, ну, потребность, быть значимой, быть важной, вот, и быть любимой. Ко всему этому вы, вероятнее всего, и стремитесь. Вероятнее всего, именно этого вы и хотите. Как раз таки. И вот с причиной ваших желаний, вот,
причиной ваших желаний. Нужно разбираться. То есть, что представляет из себя, ваши потребности? Что представляет из себя ваше желание? Понимаете, для чего вы все это делаете? Чего вам не хватает? Ну, в жизни. Вот. Что вы себя так ведете? Или чего стало не хватать? Да? Вот. Насколько вы, например, реализуете? Насколько вы, значит, ну, чувствуете себя раскрытой, вот. Ну, опять же, в отношениях. Насколько вы чувствуете себя раскрытой? Понимаете? Вот все эти вещи нужно разбирать. Все это нужно выяснять. И тогда я полагаю, что ситуация будет для вас куда более понятна, чем сейчас, чем на данный момент. Ну, потому что пока что вы действуете, на мой взгляд, да, на мой взгляд, вы действуете, ну, достаточно неосознанно, достаточно несознательно, скажем так. Вот. Вот так. Ага, вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете здесь. Дальше, мне нравится зажигать человека, чтобы он видел, какая я классная и позитивная. Вам нравится зажигать человека, чтобы он видел, какая вы классная и позитивная, но без него, без этого человека, да, без этого человека, без кого-то, кто видит, какая вы классная и позитивная, вы чувствуете себя негативно, как раз таки. Вы чувствуете себя гораздо хуже. Верно? Наверное. Вот. То есть, исходить нужно из тех чувств, которые вы испытываете с человеком и без него. Вот как вы чувствуете себя без таких, ну, без такого человека, да, без таких людей, без такого общения, без такого взаимодействия, да, вот, и так далее. И как вы, значит, чувствуете себя с человеком? Вот. Понимаете? Поэтому я думаю, что нужно исходить именно из этого. Дальше вы пишете, каждый человек жаждет эмоций, я могу их дать. Откуда такая установка, что каждый человек может жаждет эмоций? Нет, конечно, каждому человеку хочется эмоций, с этим никто не спорит. С этим спорить было бы глупо.
Каждый человек хочет эмоций, это так. Но при чем здесь каждый? Когда речь идет скорее о вас. Понимаете? То есть тут вот, очень важный момент имеет место быть. То есть это, как правило, это рационализация. То, что вы делаете, вот когда говорите, что каждый человек жаждет эмоций, это рационализация. То есть вы как бы пытаетесь себя оправдать таким образом. Вот. А значит, сами чувствуете, что-то не в порядке. Далее. Смотрите, вот, не знаю, возможно, вы не дописали свой вопрос, да, но непонятно, что в этом плохого. Что плохого? в том, что вам нравятся такие мужчины. Вот. Ну, нравятся вам такие мужчины. Ну, вы просто взаимодействуете с ними и все. То есть получается, что у вас какой-то негатив, вот. Ну, про негатив вы ничего не написали, вот. То есть вы говорите, что приходится тратить энергию. Если вы тратите свою энергию на такого типа людей, да, вот, то это скорее для чего-то нужно вам. Вот. А здесь опять же мы упираемся в то, для чего вы это делаете. Ну, с какой целью вы это делаете. Вот. Так что я полагаю, что здесь вот обязательно нужно в данном аспекте тоже разобраться. Потому что, ну, как я уже сказал, да, это важный момент. Вот. Значит, что сделать, чтобы это уменьшить, да? Как даже сделать так, чтобы этого было меньше? Выявить свои желания. Вот. И реализовать свои желания по-другому. То есть, ну, более правильно, более корректно. Скажем так. Вот. Чтобы не было у вас такого, да, чтобы не было у вас такого, что вы зависимы от человека, чтобы не было у вас такого, что вы зависимы там от мужчины, вот, чтобы вы могли более свободно себя вести. То есть ваше желание подавлять не нужно, да, это было бы неправильно. Подавлять ваше желание, это неправильно. Так не должно быть, да? Вот. Но при этом эти желания нужно реализовывать все-таки, ну, скажем так, более конструктивным образом. Вот. Без. Заметьте. Без. Подавление себя. Потому что подавление себя никому ничего хорошего не сделало.
и вас, соответственно, счастливой это также не сделает ни в коем случае. Вот так, Саншайн, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Напоследок хочу сказать следующее. Если у вас действительно проблемы с собственной значимостью и с, например, любовью, то значимость достигается путем корректирования своей деятельности, больше ориентированности ее на ваш ценностный аппарат, на вашу ценностную систему. А любовь к себе воспитывается постепенно, через принятие себя и, соответственно, через критику тех аспектов, которые мешают вам принять себя такой, какая вы есть. То есть, например, то, что вынуждает вас снова и снова доказывать кому-то, что вы классно. Хотя в действительности это никому не нужно. Но, по крайней мере, адекватным людям, да, не надо. Не надо доказывать адекватным людям, что вы классно. Вот. Ну, хотя бы потому, что, это и так. Люди знают, ну, те, кто вас уважает, те, кто вас принимают, да, да, вот, такой, какая вы есть, вот, им не надо доказывать ничего, вообще никому ничего доказывать не надо, понимаете, а если вы это делаете, значит, для этого есть причина. И данные причины – это только неуверенность в себе. Вот. Вот так, значит, мой ответ вам на вопрос. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам!